Кино на ТВ Рус. По результатам зрительского голосования в региональном конкурсе победил сюжет Зинаиды Журавлевой «Горелкова ТВ». Ну что, Зинка, теперь от женихов отбоя поди не будет. Тетонька, у меня через полчаса эфир. К нам приезжает Илья Воронин. Что? С прибытием! А кто из вас Воронин-то? Власти? Что значит власти? А прикинь, вообще здесь остаться навсегда. А у вас интернет-то есть? Нет. А как вы здесь вообще живете? Мы нормально живем. А ты могла бы Воронина влюбиться? Может, ты просто хочешь, чтобы он остался? Чего? Я же видел, как ты смотрела на него. Мне вообще сдался этот ваш Воронин. Константин Крюков и Людмила Свитова в многосерийном фильме «Огуречная любовь». В пятницу на ТВ Рус.